Всем привет, дорогие друзья! У меня так давно уже не было роликов про Funny Moments. Я не знаю, соскучились вы или нет. Просто я уже реально подустал играть. За последние дни я так не наигрался в Brawl Stars, что я хочу теперь посмотреть, как играют, а не играть. Поэтому хочу расслабиться, посмотреть новый ролик у Тима сегодня вышел. Не знаю, сколько я роликов пропустил, но тем не менее, ребята, если вы соскучились за подобными выпусками, прожмите прямо сейчас лайкосик, подпишитесь на канал, обязательно включайте уведомления, нажимайте на колокольчик. Ну и приятного всем просмотра и хорошего всем настроения. Момент, который вам больше всего запомнится и понравится, оставляйте в комментариях. Мне будет интересно почекать. Рекламная пауза и погнали. Итак, поехали. Боже, я так уже соскучился за этими моментами. Фух. И Шелька убьет. Замечательно, замечательно. Какой же кайф, когда ты просто наблюдаешь за каточками. Так, это у нас сейф. Так. Ай. 2%. И Мишка добивает. Кстати, я играл за Ниту в сейфе. И я вам скажу, медведям со второй пассивкой вообще им баланс наиграть. Эль Примо. 56 хп. Перенервничал. Ну бывает, блин. Я не знаю, он автоатакой полетел в дым, или же... 11% против 32. Так. Так. 10, 11. А, это осада. И бой окончен. А, кстати, последний урон от Минбо. Бля, офигеть, это специально разработчики сделали такую ловушку? Блин. Тупо сам пришел в лапы сопернику. Нарек! Это же не то... А, автоатакер. Не, это не тот нарек. Это не настоящий нарек. Так, затимились. Набивает ульту. Так. И что? Бред. Я у мамы нуб. 50 хп. И сейчас вы... 1 хп! Просто. Это, наверное, про эту Пайпер название ролика или нет? 1 хп, обалдеть. Ну, у меня подобные ситуации были, конечно, не с одним хп. Но когда оставалась реально уже последняя секунда до... смерти, и я попадаю в кого-то, убиваю и отхиливаюсь. Дабл килл, отлично. Сегодня выпуск с быками что-то не то. Охренеть. Капец, зачем он? А, он опять же, это автоатака, наверное, да, ульта? Ай, Карл неудачник. 4 секунды, и сейчас забьют гол, да? Ай, обалдеть! Вот это охеренный момент, этот мне момент понравился. За 4 секунды забить гол, серьезно? Класс. Хороший повтор был. Ну, не повтор, момент. И все равно убьет, да? Капец. Это музыку он наложил? Да, раньше не было никакой музыки. Офигеть, перехват был. Ну, такое, блин. Это точно канал Тима? Сколько раз? Да блин, ты шо, придурок? Капец. Вы видели, сколько раз Тара ультанула? Это тиммеры, да? Блэд ггф. Старбой. Блин, у меня дежавю. Я этот повтор видел.
Что за новый монтаж? Я так давно не смотрел. Что-то изменилось? Хорош. Так, это... награда за поимку, да, или как? Баунти. Ой. Бля. Я реально такое ощущение, что как будто трейлер какой-то смотрю, а не смешные моменты. Не, ну Тим заморачивается, конечно, респект. И? Что, Азамат убьет? Блядь, досталось быку. А нехер, блин, в кустах стоять. Блять, какая вакханалия. В итоге их убило от петарды. Щилилиди. Вы видели так никнейм? Щилилиди. И сейчас резница Биби. И навешает, блин. Жвачка. Нет? Блин, я не понимаю, у него... закончились смешные моменты, или что он за дичь начал вставлять в ролики? Или я просто перестал их понимать, ребята? Вы мне объясняйте, как и прежде, помните? Я все так же не понимаю смешные моменты. Либо они для меня не смешные, нифига. Или с чего я взял, что они вообще смешные? Это же funny moments, это fun моменты, а не happy moments. Веселые. Блять, они не могут попасть вдвоем. Серьезно? Брок и Пайпер не смогли попасть по Пока? I believe it. Это я на Мортисе. Я сегодня также не мог убить Пайпер. Дурак. А нехер... Блин, 12 банок, кстати. Нефиг было выделываться. Я сегодня тоже так Пайпер проигрывал на Мортисе. Реально стюпид. Ну что? Ну оттолкнул он его. Мне кажется, или раньше было лучше? Боже, какое качество. Сука. Она еще, видели, ульту слила в этот, в дым. Типа, знаешь, ну типа, да я и так выиграю. Я уверена в себе. И тут Морти с чаржем. А, и Пайпер, короче, своими бомбочками добивает быка. Не забьет. Блять, хорош. Тоже хороший момент. Это второй момент за видос, который мне реально... который меня прикольнул. Ляп. Хорош. Ляп. Еще раз. Ляп. Знакомая ситуация. Я наигрался в этом режиме. Видели, да? Биби подтолкнула прям под ульту Фрэнка. Идеальная сыгранность. Блэд читер. Ай-яй-яй-яй-яй. А, блин. В итоге гол не забили, лол. Не понял? Степа. Все попадания. Ну, это я, наверное, играл. Это, наверное, мой момент. Потому что я так играю, типа, хорошо. Угу. Так. А, вот. Вот, это та Пайпер, которая...
про которую, типа, название. Самая лучшая Пайпер в мире. Смотрите, сколько звезд. 19. Далее. Какой у нас рекорд? 30 был, да, в прошлом ролике? Funny Moments. 26. Смотрите, 44 хп, она продолжает делать хедшоты. Ну, не хедшоты, но... 33 фрага. 38. Это получается рекорд, да? О, наверное. Короче, ребят, ну в любом случае, я немного расслабился, посмотрел. Мне два момента за видос понравилось. Это где забили гол за 4 секунды. И вот этот, где Мортис такой крутится, да, типа... Гол забил уже, да, уже поверил в себя, думает, победа. И Мортира его добивает. Прикольно, прикольно. Ой, я извиняюсь. Я просто очень уставший, может, где-то тупил. Башка уже не варит, я уже вырубаюсь. Время 5:30, мне так спать хочется. Я просто проснулся сегодня в 7 часов. Ребят, надеюсь, я до стрима доживу. Поддержите лайком, напишите какой-то приятный комментарий. Буду вас ждать на стриме. Все, ребят, всем пока. До новых встреч.